говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. И советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира.